Всем огромный привет! Хочу сегодня показать замечательную посылку от чудесного человечка. Ее зовут Юлия. Юленька, спасибо тебе огромное! Я в таком восторге от того, что ты мне прислала. Но давайте, девочки, мальчики, я расскажу предысторию. Однажды мне Юля написала и сказала, что ей нравятся очень мои игрушки, какие я шью, и то, что я делаю. И сказала, что она сама тоже своими руками делает шкатулки из бересты. И предложила мне: давай, говорит, поменяемся. У тебя будет мое, у меня будет твое. Ну, как бы то, что я не могу сделать, оно будет у меня. То, что она не может сделать, будет у нее. Я, естественно, очень обрадовалась, потому что я в соцсети видела, ну, сходила по Юлиной ссылке, посмотрела ее работы, они были просто бесподобные. И, конечно, я согласилась с огромным удовольствием. Мою посылку Юля еще не получила, потому что куклы, которые выбрала она, они еще в пути. Но давайте я буду показывать то, что ко мне приехало. Первая шкатулочка я сама лично выбрала. Вот такую красоту. Посмотрите, она какая большая. У нее декупаж сверху и вокруг, по краю. Замечательная работа. Выполнено прямо безупречно. Крышка плотно, прям вот плотно-плотно ложится, одевается. Посмотрите, какая красота. Девчонки, мальчишки, я в восторге. Вот реально в восторге. Все, что касается ручной работы, у меня вызывает просто такой трепет и восхищение. Декупаж сделала Юля и изнутри, и снаружи, и на крышке. Бесподобно. Юль, настолько понравилось, настолько она смотрится стильно, красиво. Она будет украшением моей полки. Очень понравилось. Прямо вот вау как. Прям вообще так бы сидела и смотрела. И вторую шкатулку, которую я выбрала, и Юленька мне сделала. Это вообще сногсшибательный шедевр. Вот такая вот сундучок. У нее идет, как у всех сундучков, колечки. Видите, ручки, два колечка. И вот такое красивое оформление. Закрывается вот тоже оно так, как бы, знаете, если закрыто, то, и, видите, не открыть. Вот так закрывается. Красиво оформлено дно. Цветное такое. Бесподобно. Вот такой сундук. Тоже выполнено все безупречно, аккуратно. Ну, я не знаю, у меня зла русский язык, что-то для меня скудным сразу стал. Все, хочется говорить бесподобно, бесподобно. Ну, я не знаю, великолепно, восхитительно. Вот все, какие есть прилагательные, мне кажется, все подходят. Замечательная, замечательная шкатулка. И первая, и вторая. Вот это у меня, сказал Максимка, что самое ценное, что у него есть, он будет складывать к себе. Будет, говорит, стоять на виду, на красивом месте. И тут, говорит, мои будут самые-самые драгоценности. А ты, говорит, мама, клади вот в эту свои драгоценности. Так что вот такие два сундучка сокровищ к нам приехали от Юленьки. Юля, огромное спасибо. Вообще, насколько я знаю, Юля делает это и на заказ. Я, наверное, ссылку оставлю на Юлю ВКонтакте и в Одноклассниках. Если кто-то там зарегистрирован, пройдите, посмотрите. Это не единственная работа, которую она делает. У нее разные. Вот действительно разные они. Очень мне понравилось. Очень. Тем более не маленькие. У меня из бересты. Ну, в магазине, правда, я покупала не ручная работа, чтобы прямо сам мастер делал. А брала в магазине маленькое что-то. Вот типа пиалочек. Туда ничего не положишь. А тут-то прямо сундук настоящий. Ой, очень нравится. Сразу хочется салфеточки такие белоснежные положить. Очень хорошо. Ну, вы знаете, вроде бы на этом кажется и все, но нет. Пустыми-то они ко мне не приехали. Юленька, огромное тебе спасибо. Мне прямо даже стало, честно, неудобно, потому что обе шкатулки были набиты подарками. И вокруг шкатулок все были подарки. В общем, это вызвало бурю восторга, радости, особенно со стороны Максимки. Давайте я сразу покажу все сладкое. То, что вот ребенок от счастья пищал.
вот столько было конфет. Ну, естественно, их было чуть побольше, потому что я тоже продегустировала их. Давайте прятать в сундучок. Продегустировала, чтобы рассказать вкусные, очень вкусные, классные, вкусные шоколадные конфеты. Также были вот такие вафельки шоколадные. Я их вот сюда поставлю. И печенье со сливочным кремом. Максимка сейчас на прогулке. Сейчас вернется, скажет, ну что, мама, сняла ролик. Можно прятать. Ввиду того, что он ест сейчас мало сладкого, выделяет он себе до обеда совсем немножко. И поэтому в его кладовой все это хранится. Поэтому надолго хватит. Спасибо тебе, Юля, огромное. Большое спасибо. Так, дальше из интересного. Ну, кое-что покажу для рукоделия. Юля мне прислала пряжу, наверное, это так скорее называется. Я одну покажу, их было, ну, была не одна. Очень хорошо делать волосы из такой, видите, это вот рукодельницы меня поймут. Очень интересная такая нитка крученая. И она мне говорит, у меня осталась просто пряжа, и я тебе для кукол. Вот как раз такая шкатулочка, да? Вот раз, и все на своих местах. Ну, классно вообще. Следующее, что мне пришло. Все подарки были вот в таких замечательных мешочках из органзы. Вот таких мешочков у меня тут несколько. Они все разноцветные, красивые. И от этого еще и лучше смотрится все. Так, сами мешочки, я не знаю, куда складывать. Тут все такое, знаете, как бы все массажное, можно так сказать. Вот такой массажный, как это можно сказать, ну, массажер, да, такой остренький. И в то же время прорезиненный, то есть вот он немножко прорезиненный. Ну, достаточно остренький. Так что будем в ванной разгонять целлюлит. Вот такая красота удобная. Замечательный, классный просто. От следующего я была в восторге. Это такая пемза. Видите, щеточка, терочка и шлифовка. Вот так вот все в одном. Это идет компания. Вот видно, наверное, тут, я не знаю, фокусируется или нет. Schwarzkopf, да? And Henkel. Вот. Вот такая вообще классная, такая стильная. У меня, конечно, все по отдельности где-то так разбросано есть. Но такого все вместе нет. Вообще классно, очень, очень красиво. Так что я с огромным удовольствием. И так миниатюрно, очень удобно. Также были вот такие две щеточки. Так, шуршу, да? Сейчас я одну вынесу. Вот такие вот от Клерс. Клерсил. Вот такие, в общем, щетки. Удобно, что вот здесь вот пластик не мягкий. Вот, например, здесь, видите, она такая мягенькая вся. А тут закрывашечка уже хорошая. И достаточно нежная такая щетина. Замечательные щетки. Мне они очень понравились. Две штуки, это вообще замечательно. Либо про запас, либо одну выделю маме. Удобно, что можно вешать. Ну, вообще, замечательно. Я говорю, меня заклинило на одном слове. Максимка так радовался. Вот такой магнит. Чем он хорош, что он идет на холодильник. Можно вешать как фотографии прижимать, так и открытки. Так, чтобы было видно, куда. Вот сюда давайте я вам покажу. Вот так вот он смотрится. Ну, действительно красиво. Очень красиво. Еще было двойное. Сейчас я из пакета выну. Это вот такие от Palmolive. Две классные мимишные мочалки. Пушистики. Прям вот как два цветочка. Но я думаю, это нам с Максом. Он наверняка скажет, одна моя мама. Ну, классные, да? Замечательно вот стоят. На шкатулочку положу. Спасибо, Юлюнь. Вообще настолько классно все. Для мытья. Я же все время берегу свои волосы. Ухаживающая маска для волос. Русская баня от Планеты Спа. Русскую баню я люблю. Вообще все, что пахнет хвоей,
травой, зеленью, все, что пахнет природой, для меня это восхитительно. Она зафольгирована, но у меня такая была маска. Я ей пользовалась с огромным-огромным удовольствием. Она замечательно, действительно ухаживает за волосами. Ее надо совсем немного, 200 мл мне тогда хватило надолго. Такого приятного зеленоватого цвета, классная. Спасибо, Юль. Следующее, лак. Лак для ногтей. Вот единственная коробочка, это я так открывала. Я так торопилась открыть. Не знаю, будет видно или нет, сфокусируется или нет название. Ну, мой английский лучше не произносить. Это я, наверное, пока вот это читала, да, вы уже поняли, что лучше бы я этого не делала. Сейчас покажу, какой позитивный летний цвет. Так, давайте. Закроем. Вот такая красота желтая. Прямо цвет солнышка. Ну, такой цвет хорош, когда один ноготок, да, то есть все, например, розовые, да, один желтый. Ну, или, естественно, там все голубые, один желтый. Красивый, очень красивый лак. Девочки, я вняла вашему совету. Кто мне говорил, что хватит камеру дергать туда-сюда, отодвиньте ее подальше сразу. Так что я теперь все благодаря мудрым советам прислушалась. Так, патчи. Вот такие патчи были под глазки. Тут даже их форма видно, они такие выпуклые, да, видно. Ничего на русском пока я тут не нашла. Но уверена, что они классные. Потому что все, что можно прилепить на глазки, я обожаю. Вот они такие. Так что буду пользоваться с огромным удовольствием. Я такие вещи очень люблю. Следующий крем для ухода за кожей я вижу впервые. Он интересен тем, что он активный на травах. И вот как тут написано, крем приготовлен из натуральных индийских трав. Пригоден при прыщевой сыпи, обладает двойным действием, с одной стороны, имеет сильные бактерицидные свойства, убивает бактерии, вызывающие сыпь, а с другой стороны, снижает выработку секретного, так, в общем, с этими сало, и нормализует их деятельность, сальные железы, и нормализует их деятельность. Глубоко проникает в поры, крем эффективно подсушивает, уменьшает воспаление, снимает зуд и покраснение. Хороший крем, хорошая вещь. Читать я умею грамотно, у меня зрение плохое, никогда окулиста не дойду. Надо. Я уже признала, что я слепая, но мне осталось выписать себе очки. Так, ну тут вот вообще замечательная инструкция. Бора Кейр. Вот так он называется, Кейр. И много-много чего тут сказано о нем. Ну, я потом это все прочитаю. Так, давайте покрасивее сделаю сам флакончик. Тюбик. Тюбик. Вот такой вот. Классный. Никогда у меня не было такого прямо чего-то натурального совсем для лица. Ну, вообще, такую фирму я, Лорен, не видела. Она у меня впервые. Так что, Юленька, обязательно буду знакомиться. Интересно. Действительно интересно. Следующее. Я ж аромалюбитель. И у меня появляется миниатюрка Avon Femme. Чем хорош этот аромат? У меня есть следующий. Femme Icon. Так, кажется, называется, да? Первый у меня был, он у меня закончился уже. И теперь у меня есть вот такая миниатюрка. В ней 10 мл. Ну, хотя, вы знаете, мне кажется, вот, зрительно, что больше. Прям такой он пузатенький достаточно. Очень-очень приятный. Ну, Femme мне нравится. Да, он очень приятный аромат. Он и сладкий, и вечерний такой. Ну, приятный. Вот, люблю. Я, раз у меня закончился аромат, в моем изобилии у меня закончился аромат, это значит, он мне действительно нравился. По-другому даже не скажешь. Поэтому я очень рада, что он ко мне вернулся. Классно. Юль, спасибо. Вот все учла, абсолютно все учла, что мы любим. Ну, следующее, наверное, все ждут, когда же мыло пойдет, правда? Муж у меня, если честно, так долго его нюхал.
Я говорю, может быть, даже распечатаем, посмотрим, потому что тут написано с отшелушивающими частицами для лица и тела. Гроза очищающая. Ну, вы знаете, реально, настолько приятный мужской аромат, вот прямо очень приятный. Тут написано, попробуйте Palmolive Men, мыло, специально разработанное для мужчин. Современный мужской аромат содержит ухаживающий ингредиент для очищения лица и тела. Протестировано. Ну, муж сказал, да не открывай, жалко. А вы знаете, честно, хочется открыть. Мне очень интересно, что же там за частицы-то такие отшелушивающие. А тоже мы так и не узнаем. Ой, какое красивое, зелененькое. Вот, посмотрите, какая красота. Ой, вкусно пахнет. Я вообще аромат мыла люблю. Даже если он без отдушек, вот просто мыльный аромат. Он пахнет чистотой. Красивый аромат. Если можно так сказать, красивый аромат про мыло. Классно. Ну и, конечно, я тут заклею. Заклею я скотчем. Приклею. Посмотрите, какая прелесть. Юль, спасибо тебе огромное от моего мужа. Он прямо просил, чтобы я не забыла и сказала спасибо. Ну и мне. Смотрите, какое чудо. Это яблоко и гранат. Мне не так давно Катюшка Путякова присылала мыльце. Тоже двойное, но там другой аромат. Тоже оно настолько вкусное, я его до сих пор все нюхаю. А теперь яблоко и гранат. Вот такая прелесть. Очень красивый. То у меня такое розово-желтенькое, а тут, видите, красно-зеленое. Они вместе, два кусочка, будут смотреться и вкусно, и... Ой, так бы и съела. И вкусно, и красиво. Вот такое вот мыльце. Мне, что еще мне? Ну вот я, видите, говорю, там все было в пакетиках, в мешочках красивых, таких из органзы. Так, была у меня вот такая помада. Помада от Avon. Она была, естественно, закрытая вся. Я все распечатала. Я вам сейчас даже покажу, как она называется. Она, наверное, не сфокусируется, тогда надо, наверное, нам с вами сейчас попробуем. Вот. Вот такое название, чего-то там пинг. Сейчас покажу, какой красивый цвет. И вот такой красивый-красивый цвет. Я так тянусь носом, я сейчас в камеру к вам вылезу уже. Очень красивый. Она хороша на загорелом лице. Немножко будет выбеливать губы. Но на загар это будет красиво. Вот так она смотрится. Блестит. Вот. Спасибо, Юля, огромное. Вот, огромное прямо. Такая красота. Ну и... Кое-что было, конечно же, для Максика. Также в прекрасном мешочке из органзы. Такие большие мешочки, я им применение даже найду. Уж Макс радовался, сейчас-то гуляет, поэтому вокруг меня тишина. Радость это была. Сейчас я покажу, что же там было. Ластики? Конечно, там были ластики. Вы посмотрите, какое чудо. Ладно, большая долька. Посмотрите, сколько тут маленьких. И бананчики, и клубничка, и, как это называется, ананасик. И вот долька такая лимончика, наверное. Ой, они такие чудесные. Юль, спасибо. Макс прямо так радовался, говорит. Мама, передай только спасибо большое. Следующий ластик, это вообще радуга цветов. Ой-ой. Упрыгал. Сейчас поднимем. Спецэффекты нужны. Вот такой красивый. Прямо все-все цвета тут. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть цветов. Ну, а тут перекрыт он бумажкой. А так вот он весь такой радужный. Очень красивый. Ну и самое интересное в ластиках. Это вот такие вот интересные лупы. Прямо сейчас покажу.
Вот, смотрите. Видите, они там чего-то увеличивают. Что-то прямо совсем большое. Ну, интересно. Ну, понятно, это игрушки. И они открываются, и вот это вот стекло, его можно доставать. Вот такие интересные в двух цветах. Зеленый и оранжевый. И при этом это ластики. Вот такое чудо. Такого я не видела вообще. Классно. Спасибо, Юля. Я о ребенке не забыла. Всем угодила. Был красивенный пакет. Я бы даже сказала, бьюти-пакет. Вы посмотрите. От компании Сьос. Вот, с рекламой, с девушкой. Вот такой большой пакетик, с которым я буду теперь ходить. Я его положу к себе в сумочку и буду с ним ходить. Вот такая огромная посылка. Это называется «Мы поменялись работами». Спасибо тебе, Юля, огромное. Действительно, столько всего много. От шкатулок я действительно просто испытываю огромное восхищение. Настолько они интересные. Если кому-то это интересно, переходите по ссылкам и посмотрите, какие работы делает Юленька, потому что многие зарегистрированы и ВКонтакте, и в Одноклассниках. То есть пройти, познакомиться несложно. Ну, вдруг интересно. Вот, а я на этом буду прощаться. Еще раз, Юля, огромное спасибо. Всем большое спасибо, кто был со мной. Хотя я уже избалована подарками, но каждый для меня как первое. Радость огромную приносят, конечно. И каждый раз, как ребенок, на почту бежишь и радуешься. Все, спасибо всем за внимание. Переходите по ссылкам. Юленька, спасибо и всем пока!